Всем большой привет! Я рада вас видеть на своем канале «Мой декрет». У нас сегодня радостное событие. Нам исполнился ровно один месяц. И я просто в шоке, как быстро летит время. Кажется, вот только-только родился у меня малыш, а нам уже целый месяц. Мы прибавили за этот месяц 1,5 килограмма, весим 4,770 кг. Уже учимся держать головку, фокусируем взгляд. В общем, растем. Какой молодец. Уложила малыша спать и приступаю к домашним делам. Здесь я пришла на кухню, начинаю уборку, мою посуду. Вообще, я всегда стараюсь с вечера убирать кухню, то есть мыть посуду, вытирать столешницы, но не всегда это получается. И вот именно сегодня я мою посуду с вчерашнего ужина, сегодняшнего завтрака. Ну а здесь я ставлю варить бульон куриный. На обед сегодня будет у нас супчик. У меня отварилось мясо, я его разделываю и обратно буду опускать в бульон. Далее буду нарезать овощи. И что очень удобно, у меня в морозилке осталась зажарка. Я замораживала лук и морковь. Очень удобно, я ее сейчас достану и просто положу в суп. Ну а здесь я также приступаю к уборке, далее убираю шкафчик с крупами. Очень нравятся мне эти контейнеры, прозрачные, все видно. Очень хорошо, удобно отслеживать, когда и что заканчивается, чтобы докупить новые. Протираю пыль везде и буду дальше убираться. We're gonna make it right.
Я решила убрать полностью сушилку для посуды, потому что она очень большая, так как кухня у меня маленькая, она мне просто мешает и занимает много места. И также решила убрать некоторые приборы, которые у меня висят, которыми я редко пользуюсь, так как мне кажется, что без них будет лучше. Несколько слов сказать про данную ванночку. Очень удобно купать в ней малыша, так как у меня болит спина после родов, не нужно наклоняться сильно. Очень удобно, рядом полочки, можно положить салфетки, полотенца. В общем, очень нужная вещь. Очень она мне нравится. Успеваю погладить белье, мне начинает капризничать мой маленький ребенок младший. Мне осталась еще вот такая вот куча белья погладить. А погладила я вот столько. Вот. И время уже 4:30. Скоро уже нужно будет идти в детский сад за старшим ребенком. В общем, не знаю, что делать. И также я не успела прибрать в этой комнате. Поэтому, ну, вот как-то так. Это, короче, капец. Я не успела сегодня, как всегда, ничего сделать. Я убрала только одну кухню, приготовила суп. И, в принципе, все. Я белье погладила не до конца. Там даже половины нет того, что нужно погладить. Сейчас время уже 6:20. Я сейчас буду собирать маленького и идти забирать из детского садика старшего ребенка. Мы немного прогуляемся, придем домой,
Ну, естественно, мне никто не даст догладить белье. А завтра уже суббота, воскресенье, выходные дни, поэтому, когда это будет сделано, я не знаю, никак еще не войду я в режим, чтобы все организовать, спланировать. Немножечко расстроилась, но нужно учиться тому, что из-за этого расстраиваться не нужно. Пойду забирать ребенка и сам. Что там, Максим, птички? Да? Аккуратно, аккуратно. Большая, да? Пойдем домой. Фу, там, да. Максим, ты куда? А в мусорку ветку выкинуть? Хочу также вам показать, у меня напротив дома через дорогу есть кафе, и его очень классно, красиво украшают. Вот, например, осенняя тематика, они недавно поставили тыквы, так круто смотрится, очень уютно, прям супер. И наклейки наклеить. Сейчас наклеим. Давай наклеим. Глазки, да, наклеим? Биби. Пушинки, зеркала, зеркала. Фу, что ты делаешь? Нельзя это в рот, Максим. Какая? Это не надо. А это в мусорку надо. Давай выброшу. Да. Давай. Так, колеса клеим? Да. Мама. Мама. Ручка грязная. Да. Сейчас вытру. Мама. Максим. Красиво, да, пошли.
Тик-тик. Тик-тик. Кто там? Кто там такой мурзатый? Пойдем ручки мыть, да? Ага. Биби! Биби, конечно. Вон там теплое лежит. Вот оно. Давай вот это отрежу тогда. Вот это. Вот это тоже холодное, наверное. На, вот. Это. Ай. Все, кушай вот это. Это же холодное, Макс. Я компотик сейчас тебе сварю. И себе. А грушу дать? Грушу будешь? На. Чего? Ну пусть она тут полежит. Хорошо? Отрезать это яблоко. Ай. Это что такое? Ты зачем бросаешь? Погреть? Да. Что погреть? Грушу? Она сейчас сама нагреется. Мама. Что? Мама, Дуду. Что значит Дуду? Ну а здесь я уже маленького уложила на ночной сон и решила все-таки догладить белье, которое у меня оставалось. Короче, я все-таки догладила белье. Вот у меня пустой мешок этот. Это все переглажено. Разбирать уже буду завтра, потому что сегодня уже поздно. Сейчас пойду укладывать старшего спать. Здесь также прибралась чуть-чуть так. Я рада, что я нашла время все-таки догладить это белье, чтобы на выходные оно у меня не оставалось. На этом я буду заканчивать свое видео. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Также я буду рада вас видеть на своих новых платформах, где я также выкладываю видео. Это Ярус, Яндекс.Дзен, Рутуб. Всем огромное спасибо. Всем пока-пока.